Всем привет! Сегодня мы находимся в городе Твери. Здесь есть один общественный пляж, правда, в ужасном состоянии, но в очень живописном месте, рядом со стенами старого города Твери. Вход в Галилейское море, в Кинерет, здесь по камням. Но вид очень живописный и на стены, и на горы вокруг. Конечно же, на кусты, которые здесь тоже. Раньше здесь была более большая территория, и был такой помост, который уходил, мостик как бы искусственный, построенный, который уходил вглубь озера. Было здорово на нем находиться. Он состоял из таких пластиковых блоков, соединенных между собой. И я помню, что я даже приходила туда, садилась и просто любовалась видами, приятным ветерком. Но сейчас ее убрали, все это дело. И то, что осталось, это, во-первых, территория этого пляжа сократилась, наверное, наполовину, что она уходила чуть дальше туда. И собираются что-то здесь строить, так что скоро не будет и этого места. А теперь пару слов о том, как найти данный пляж бесплатный, общественный, и немножечко о том, где найти бесплатную парковку. Итак, карты Google показывают нам, что территория выглядит таким образом, да, действительно таким, состояние ужасающее, но когда вы спускаетесь к пляжу, то такая красота, и когда заходите в воду, если не смотреть то, что у вас за спиной, перед вами открывается прекраснейший вид. Раньше это был такой прекрасный общественный пляж, но, видимо, скоро его не будет. Итак, если здесь, сейчас покажу вам, как идти отсюда, вы проходите здесь, идете в ту сторону, то там находится у вас бесплатная парковка, которую мы нашли просто чудом. Итак, теперь посмотрим карту, где эта точка. Возвращаю назад. То есть получается, что это находится примерно здесь. К сожалению, человечек не может в полноте туда перенестись. Какая-то старая фотография, но, в общем, ориентироваться стоит на это место. Вот, здесь более четко видно. Кстати, посмотрите, это фото было сделано достаточно давно, и видно, как вода ушла, потому что сейчас мы видим, что вода доходит до сюда, и все эти камни, они у нас под водой, только получается приблизительно вот небольшое пространство свободно. Были такие года, когда действительно вода из озера Кинерет очень сильно уходила. Вот. Обычно она вот до сюда доходит и покрывает даже стены. Вот, так что, друзья, сейчас еще раз покажу вам карту. Ориентироваться стоит на эту церковь и на южная стена старого города Твери. То есть получается, где-то в этом месте и находится этот пляж. Здесь рядом есть бесплатная парковка, вот в этом районе, где можно припарковаться, въехав. Мы долго искали въезд. Вот, нужно ехать так, объезжать вокруг и вот таким образом вы попадаете на эту парковку. Вот ее значок этой парковки. Насколько мы поняли, она была бесплатная в тот момент, когда мы туда въехали. Возможно, это из-за шаббата. Я не могу вам точно это сказать. Скорее всего, так и есть. Ну, чтобы вы знали, приблизительно ориентироваться на эту точку. На южную стену старого города и Greek Church Monastery. Вот, здесь прекрасный пляж. Надеюсь, что эта информация вам пригодится. Вот, желаю вам хорошего отдыха в городе Твери. И напоследок хочу сказать, что если вы хотите еще что-то интересное посмотреть, то, конечно же, заслуживает особого внимания променад, который вот здесь проходит.
прекрасный променад с ресторанами, с красивыми видами. Так что будет возможность, прогуляйтесь. Вот на этом все. Пока-пока.